Черный тюль теней, кошачье сердце. Вот и все, перед чем на коленях бы жил переулок. Целуй свои мысли, жалей свои мысли. Белая ночь выходит в черном пеньюаре, в замолчавший наглухо переулок. Господа, не пейте ее всю, не расточайте точеную роскошь. Я оставлю эту белую ночь на черный день. Спасибо. Ну и в продолжение летней темы. Нашаманили мы все-таки солнышко. Надеюсь, что оно еще с нами побудет. Лето уходит. 16-летняя, босиком, со своей дискотеки, босоножки в руке, макияж не свеж. В полусонную голову, оттанцевавшую мысли, отдают неаккуратные шаги и шумы танцевальных хитов. Вымотавшееся лето, русоволосое, сиренево-глазое, на ходу на колени падает, не доходит, захлопываются глаза в трогательные сны, которые невозможно запомнить. Слишком хрупки, чтобы поймать их девичьей памятью. Музыка Владислава Чирейского и первая композиция называется «Подбери на гитаре будущее». Подбери на гитаре будущее, на слух. Оно просится в память пальцев, чутких до клёкота. Осень красная, как пощечина, бьет ее дух. Тех, кто горит, но боится морозить щеки. Тех, кто бросался словом «огонь», но в огонь не бросался. Листья без влюбленных прекрасно кружатся в вальсах. Раскатай на языке остром, попробуй на вкус и кровь бесчетное счастье, раз на крючке его аромата истров, наши трепетно говорящие рыбы ртов, а под треском ребер оглушающий оркестр костров. Запрети все запреты себе, выкинь все наугад, назад! Говорю я и вижу, летят из твоих рук все рамы, все отжившие вещи, все стены, потолок и старые раны. Не подбирая слов, неистово подбирай град музыки с пола, где все у твоих ног. Но и пол исчез. Говорил, танцевать не можешь, а взлететь смог. Большое спасибо. Мотыльки. Мотыльки. Мои листья на ветру тоже как мотыльки. Что их ждет. И в свете последних событий я понимаю, они летят на свет, потому что знают, что такое жить в коконе, жить в темноте. Бабочкам известно это, и чтобы не стать ночными, они выходят в свет. И вот я и ты садимся в машину поговорить по душам, чтобы не оглядываться на насмешливый коктейль завистливых осуждений, потому что нельзя смотреть в глаза дольше рамок приличия. Я знаю, что такое выходить в свет, пряча тьму. Что мотыльки летят, не зная, что их ждет. Я это поняла в мире, который настолько испорчен, что приходится скрываться от посторонних глаз, чтобы читать друг другу стихи. И снимать гостиничный номер, чтобы просто смотреть в глаза. Но, вопреки
таким эмоциям этого стихотворения. Мы здесь не прячемся, чтобы читать стихи, а читаем их друг другу, слушаем, и все находимся в этом ветре и в этом море искусства. Продолжаем. Книга «Миры приходят свитками» моя, там есть поэма под названием «Деревья». Сейчас будет три стихотворения из этой поэмы. Поэма «Деревья». И первое «Выберу дерево». Буду фотографировать его, как любимого мужчину, каждый день. Сделаю 365 снимков. Буду смотреть документальный немой фильм «Год жизни. Дерево». Дерево переведет годовое кольцо. Годовые кольца бывают и у людей. Это выдают отпечатки пальцев и роговицы. А еще и ты идешь в готовое кольцо. Будто трамвайная, туда приходит все закруглиться, окуклиться, зачехлиться, уткнуться носом, прикорнуть в сугроб с торчащим рельсом, будто берцовой костью в белом мясе. Это холодный период, где все завершается и все начинается. Откуда растут все ноги и где зарыты все съеденные собаки? Пути, пути, годы, годы, кольца. Кольца. Спасибо, друзья. А следующее дерево выберет. И дерево может тебя выбрать. Тебя себе по вкусу посадит, будет выращивать, может быть, даже как никто другой, может, даже будет разговаривать иногда, ну, когда точно никто не слышит. Разговаривать только тогда, когда точно никто не слышит. Дарить цветы будет дерево, а потом пересадит в сад. Райский, он же и будет твой ад. Обнимать тебя будет дерево, чтобы лечиться и брать энергию. Писать о тебе пейзажную лирику будет. Вот так оно тебя любит, дитя природы. Спасибо. Думайте о деревьях, пожалуйста. Третье стихотворение из поэмы «Деревья». Самое психологическое. Садик, вечно всплывающий, стоит только раскрыть подсознание. Там деревья — космические корабли, там желуди — потенциальные антилопы. А еще что там? Там что-то произошло, говорят тебе, расколоть надо. А я? А что там? Там обычные песочные часы, там песочный запах. Листики, часики, надетые на наши крошечные запястья. И белые ягоды, первые, наверное, с какими познакомились. Хотя, а какие мы? Никакого «мы» не было. Была одинокая я, боящаяся ошибиться. Не расколоть, не оправдать, не смочь.
быть неугодным, не тем, не понять, что нужно выполнить, быть непонятым, оказаться не тем. Вот это чувство сейчас. Понимаешь, еще лучше. Спустя 23 года, спустя всю жизнь. Видимо, я отчетливо с ним пришла в эту жизнь из той, истинной. В эти декорации перенесла то тонкое. Пыталась найти ему место и не поранить пластмассой, химией и просто материализмом. Спасибо, друзья, за ваш отклик. Несколько игровая еще тема, сквозная такая, да, поскольку и проект мелодикламации называется «Ферзь», поскольку сегодня ожидается выступление группы «Игра в картасике». Так что у нас тема игры присутствует везде, и сейчас будет «Шахматы». Сейчас заговорят шахматы. Это стихотворение от лица шахматных фигур. И поле превращается в коробку. Свет сцены натемно захлопнут. До слепящей, до следующей прихоти сыграть. Открыть нас, погребенных заживо. Заставить встать, ожить, как суррогат зажить на полную катушку. До макушки и от подола мы все короли. Пешком стоящие, похожи на катушки. Наматываем по доске круги. Порочные и замкнутые, и круглые. Ты, я. Мы словно на валу у сатаны, повешенные, обрастаем мясом, кожей, отряхиваем пиджаки от праха мы, без страха живо жизнь танцуем. Ожил ожог, после вражды сыграли в ящик, доска захлопнется, как с воем двое, сыгравших враз вплотную, гробом ставших, разбитых клеткой в белизну и черновое. Когда близость достигает абсолюта, и оба кричат: «Ты мое настоящее!» Близость облизывается все ближе, уютней, и, наконец, становится ящиком. Вот такая игра у шахматных фигур. Не только шахматные фигуры. Следующее стихотворение называется «Цветы». Расскажи, что делается с душами цветов, когда те умирают? Цветы все, и все цветы. Готов ли ты поверить? Но ты сам спишь на рассвете, и ручьями у тебя их аромат струится сном, явь теребя. И пластика откинутой руки, цветок на простынь брошенный, живой, жилистый цветок, отброшенный приливом сна. Так просто. Все есть цветы, шепчу, пугливо озираясь, вон в окне их целые поляны, да под белым цветком солнца. Намокшие цветы в осколках вазы на столе, глаза наши цветки. И сердцевина в нас смеется точь-в-точь цветочным смехом и орет точь-в-точь немым криком цветка, цветочным горем, в клочья собой накармливая жизнь. Вся жизнь — цветы. Их стая то четно, то нечетно, но точено всегда. В конце цветы у изголовья, и у ног цветы в начале. Вон, твоя рука — цветок, только рука, и глаз уже не надо, видя, как схожи. Твоя кисть с цветком опавшим, как, источая вкус цветочный, истончается кожа, что человеческой казалось еще вчерашним днем. Скажи, что делается с душами цветов? Большое спасибо. Заключительная композиция проекта мелодикламации «Ферзь» для вас. Thank you.
попытке прикоснуться к истине, перелопачиваешь все слова, выбиваешься из сил, разгребая залежи и останки сказанного до этого кем-то и тобой, а также кем-то, кто говорил тобой, через тебя, через всех на земле говоривших. Огромные мешки философии перекатываешь от себя, чтобы расчистить путь и пройти к сияющей истине, которой не прикоснуться голыми человеческими руками. Ты написал еще один текст, вот этот. Он ближе всего, потому что о невозможности. Теперь отодвинь все слова в нем, образовавшие кольцо. Только не смотри в центр открытыми человеческими глазами. Спасибо, дорогие друзья. Это был проект мелодикламации «Ферзь». Музыка Владислав Черейский. Стихи ваш покорный слуга Ольга Туркина.